Ну, перемирие это, не знаю, это там только на бумаге, если честно, заключалось. Потому что тут, ну, сейчас не слышно, а утром были слышны выстрелы. И где-то недалеко снаряды ложились. Я вытягиваю технику подбитую, также, ну, которая требует ремонта. Я подъехал, зацепил, вытянул. Даже под минометным обстрелом вытягивал 66-й ГАЗ-66. Надо было сначала поменять колесо на нем, чтобы его можно было эвакуировать. Потом, ну, вот за Дебальцево, точно не помню название населенного пункта, у нас там бой был, подбили первую мою машину, расстреляли, с гранатомета, что делать, да выдали новую, так сказать, прислали, по этим, вроде, с Бердычева. Оттуда вот приехала машина. Сейчас на ней работаю. Если возможно сразу на месте починить, я чиню. Если невозможно на месте, я ее подцепил, притянул, вот как вот тут БМП вот стоят. Притянули сюда, поставили. Ребята, я ребятам помогаю. Ну, все вместе мы тут друг другу помогаем, все делаем, ремонтируем. Не по форме, без перезимовать, ну как, из одежды привезли бушлаты, берцы, ну, теплые вещи, шапки, все, рукавицы даже.
А из такого буржуйки подвозят потихонечку, чтобы можно было сделать себе отопление, так сказать. Так достаточно? Конечно, еще не хватает, но подвозят по мере поступления, разбирают люди. В основном сейчас мы на блокпосты, потому что это в первую очередь, потому что люди там, как говорится, стоят. Им нужнее, мы тут еще как-то перекрутимся, перекантуемся, то костер можем распалить. А так, буржуйка у нас есть, греемся. Это еще советского возраста, это со складов тоже привезли. Ее тестовали все. Леха, поменяй батарейки, я тебе просто так их дал. То, что завозят, то мы и используем. Нательное белье теплое есть, есть штаны, есть шапки. Будем надеяться, что нас отсюда до зимы ротируют же как-то. Потому что 6 месяцев уже находимся. Выконуем боевые завдания.